Меня зовут Ирина. Я приехала сюда с сыном Андреем. У нас была проблема наркомании. Очень много лет я просыпалась с жутким чувством. Ну, это не передать. Это меня могут только понять родители наркомана. Я хочу сказать, что после проведенного лечения здесь моему сыну стало намного легче. Но я надеюсь, что он родился совершенно другой человек. И я в это верю. Я хочу выразить большую благодарность вообще всем врачам, Виталию Ивановичу прежде всего, да вообще всем врачам. Если честно, я думала, что таких врачей уже нет. Вроде бы, тут лежат наркоманы. Какое к ним отношение в обществе? А здесь с ними носятся, как с писаной торбой. Поэтому, честно, я не ожидала, что такое может быть в нашем мире. Поэтому низкий поклон от всех родителей, вылечившихся здесь детей.